Всем привет! Меня зовут Екатерина, я эксперт по сельхозтехнике в компании ЛБР Смоленского филиала. И сегодня на обзоре у нас самая массовая востребованная модель в линейке тракторов МТЗ. Это модели 800-й серии мощностью 82 лошадиных силы. Эти машины могут использоваться не только в сельском и коммунальном хозяйстве, но и в строительной отрасли. Предусмотрены различные комплектации для любых условий эксплуатации и климатических зон. Обладают высокой производительностью и экономичностью при эксплуатации. Относятся к тяговому классу 1.4. На филиалах компании представлены модели 82.1 с портальным и балочным мостом и модели 82.3. Если вы овощевод, животновод или начинающий фермер, то вам стоит обратить свое внимание на легендарный трактор МТЗ-82.1 с портальным мостом. Он подойдет для работы в поле в междуряде из-за оси, которая поднята выше колес, и имеет агротехнический просвет порядка 650 мм. Также есть возможность изменять ширину колес от 1,43 м до 1,99 м. На данные трактора можно установить фронтальные погрузчики грузоподъемностью до 1000 кг, например, ТУРС 1000. Нужен трактор для работ в лесном хозяйстве, на промышленных предприятиях, коммунальных хозяйствах, на строительных и транспортных компаниях, тогда вам подойдет трактор МТЗ-82.1 с балочным мостом, который способен выполнять функцию бульдозера, экскаватора и фронтального погрузчика при агрегации с соответствующим навесным устройством. Он идеально подойдет для погрузочно-разгрузочных работ с фронтальным погрузчиком грузоподъемностью до 1600 кг. МТЗ-82.1 с балочным мостом имеет фиксированную ширину колеи. Наличие переднего усиленного моста на базе стальной балки нераздвижных чулков и увеличенные передние колеса диаметром 360 на 70 и радиусом 24 позволяют эксплуатировать трактор в сложных условиях. Модель 82.3 является модернизированной моделью 82.1. Наличие переднего ведущего моста балочного типа с увеличенными колесами позволяет увеличить проходимость трактора, повысить его устойчивость при навешивании оборудования сзади. Капот аллигаторного типа обеспечивает легкий и быстрый доступ для обслуживания трактора. Глушитель расположен по стойке кабины, что увеличивает его обзорность. Дисковый вал отбора мощности имеет две скорости – 540 и 1000 оборотов в минуту. Позволяет работать с агрегатами в режиме отбора большей мощности. Модернизированная подвеска кабины обеспечивает снижение уровня шума и вибрации на рабочем месте, что делает трактор наиболее комфортным в работе. Перейдем к самой кабине. Кабина имеет современную приборную панель с цветным ЖК-дисплеем, управление ПВМ, блокировка дифференциала и вал отбора мощности кнопками. Синхронизированная коробка передач позволяет эффективно использовать трактор на транспортных работах, а реверсивный понижающий редуктор увеличивает сферу применения, в частности с агрегатами, требующими движения вперед-назад. Подведем итоги. Трактора 800-й серии – одна из наиболее популярных моделей, которые получили широкую признательность и популярность не только в сельском и коммунальном хозяйстве, но и в строительной отрасли. Новинкой 800-й серии является трактор МТЗ-82.3, который отличается от МТЗ-82.1 более мощным двигателем, улучшенной трансмиссией и эргономикой и наличием новых опций в виде улучшенной системы охлаждения и дизайном кабины. Напомним, что в компании ЛБР на все модели вы можете дополнительно приобрести и установить кондиционер, а также подобрать дополнительные комплекты колес для работы в междурядье с колеей 450-750 мм или для работы на рыхлых почвах с низкой несущей способностью. Если понравилось данное видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал и не забывайте оставлять комментарии. Всем спасибо, до новых встреч!